раза больше, чем на прошлой неделе. В Прикамье продолжают закрывать на карантин все новые и новые образовательные учреждения. За неделю с 24 по 30 января в регионе зарегистрировано уже больше 40 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Превышение ПИД-порога зафиксировано во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет. При этом наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Перми, Соликамске, а также в Суксунском районе. В связи с такой эпидемией полностью приостановлен образовательный процесс в 85 школах и 6 дошкольных образовательных учреждениях. Еще в 245 школах закрыты отдельные классы. Также закрыты 229 групп в 186 детских садах. В Прикамье вакцинацию препаратом «Спутник М» за неделю прошли уже 183 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. «Спутник М» привезли в количестве 2160 комплектов. Вакцинация несовершеннолетних проходит по месту учебы. Также прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи. С сегодняшнего дня прием детей в Березняках с симптомами ОРВИ будет проходить в поликлинике на Ломоносова, 102, на 4 этаже, вход слева от центрального. Если у ребенка появились симптомы ОРВИ, необходимо обратиться именно в эту поликлинику, где его осмотрят, при необходимости возьмут мазок, пропишут лечение, направят на рентген, а родителю выпишут больничный. Повторный же осмотр при отрицательном результате мазка на COVID-19 будет осуществляться уже в детской поликлинике по месту прикрепления. Если ребенок нуждается в медпомощи, не связанной с инфекционными болезнями, необходимо обратиться в ближайшую детскую поликлинику. Запись на прием через портал к врачу или по телефону 27 40 40. Вызов врача на дом осуществляется по телефонам поликлиник.